У тебя нету бабосиков, но хочешь играть в охранительные игры? Тогда заходи в группу Steam Silence. Здесь вы найдете прикольненькие игры, такие как Rust, CS, Fallout, Call of Duty и так далее, по низким ценам. Заходите, покупайте, ссылка в описании. Тр-тр-тр, погнали! Привет, народ! С вами Turbo Yosh, играем в Rust. И сегодня я резнулся, в общем, на берегу. Смотрю, дом стоит. Подбежал. Такой вот дом прикольный. А тут шкаф не действует, и думал, что за херня, может, зареженный? Поставил свой, смог зарамувить. Но прикол в том, что он не зарежен, сейчас вам покажу. А я просто такой резнулся на берегу, хотел дома поискать. Стройка разрешена, вот от моего шкафа бьет. Смотрите, тут уже стройка запрещена. Такой вот домик. Смотрите, интересный. Сейчас мы с вами зарамувим. Надеюсь, там кто-нибудь будет. Блин, вообще прикол, да? Стройка разрешена. Здесь вот тоже могу. Вот так вот могу ремувить. Ну чё, погнали. Сейчас ремув пропишу. Камня и дерево я добыл, чтобы можно было ремувить. И погнали. Ремувим. 29 секунд дается. Погнали. Так, вот так вот. Пусто. Пока никого нету. Так, стройка запрещена. Запрещена. Ладно, давайте вот так вот снизу. Ни хрена не видно, что там. Рамув прошел. Так, ну-ка, сейчас мы с вами... Давайте залезем наверх. Скрафчу сейчас себе план постройки. Готово. Так, и может быть где-нибудь вот здесь, вот сейчас посмотрю, где получше. Давайте вот здесь гуся построю, небольшого. Так. Вот так вот. Надеюсь, наверху я смогу ремувить. Вот так вот. И проверим ремувчик. Ремуваем. Так, в жопу чат. Это убираем, чтобы руки были свободны. И стройка запрещена. Там печи стоят. Вы видели, там печи стоят. Готово. Так. Рушится, рушится. Мне надо, чтобы потолок упал. Так, давай, давай. Ремувся. Камень. Дерево закончилось. Так, мне нужно дерево. Там лут есть. Там реально есть лут. ИМС называется. Твою мать, а? Так. Сейчас еще раз посмотрим. Потом за дерево сгоняю. Вон. Иш. Там, кстати, печь стоит. Так, сейчас я один за деревом сгоняю. Рубанул деревце, надеюсь, мне этого хватит. Так. А вот здесь вот я смогу ремувить? Да, смогу, кстати. Давайте здесь залезем. Фундамент. Опля. И вот так вот. Видимо, там шкаф. Ближе к той стороне. Так, ремув. Надеюсь, тело будет... Там. Вот оно. The Hero. Так, мужик. Хера у него. Банки бобов. Ботиночки. Топорик дай-ка мне. Сейчас я здесь у тебя проверю, что есть. Да выкинем, обезоружим его. Так. Вот так вот. Пусть пока лежит. Печка. Глянем, что в печке. 498 сульфы. Дерево. Так, ящичек есть. Сейчас его с топором разрублю. Я вот не знаю, если зарамуть, все исчезнет или нет. Так что я лучше перестрахуюсь и с помощью топорика разобью его. Там, кстати, еще домик есть. Или это не дом, или это башня какая-то. Сейчас мы тоже туда сходим. Слут только посмотрим.
Решечный настил, деревянные колья, щитки. Что за бичара? О, рецептик. У меня есть уже. Этого нету. Выбросить. Что такое револьвер? Дай-ка мне его. Рецепт. Тоже изучить. Так, печка у нас пустая. Проверим, что здесь. Ни хрена. Что, может быть, наверх залезем? Кстати, шкаф. Что я не понял, уже не действует. Дайте-ка мы здесь еще порымуем, друзьяшки мои. Рымуем. Так. Пусто, пусто. Это выход уже на улицу. Так, а это проход уже в другое здание, смотрите. Посмотрим, что наверху. Ничего нету. Так, внизу оказались. Ну, строители, ну, строители. Слушайте, тут даже... А, это мое, я думал, не улучшено. Вот он, мужичок. Спит. Это я его шлепну. На тебе. Зарымовил огромный дом. Вы посмотрите, какой он большой. Давайте наверх залезем, глянем, что там есть. Хотя навряд ли там что-то есть. Что здесь у него треугольниками? Не ставится ни хрена. Пусто. Навряд ли что-то будет. Что-то крестов только, правда, маловато. Может быть, вообще его весь заремувить? Сейчас покажу со стороны, какой он большой. Офигеете. Вот он, смотрите, прикольный, да, дом? Вот, ништяк. Ништяк домик. Ну чё, давайте его до конца уже тогда уделаем в прах. Ремуваем. Вот так вот, чуваки. Так что шкаф свой прячьте в хорошем месте, чтобы его никто не видел. Чтобы никто не смог заремувить вашу постройку с помощью своего шкафа. Вот так вот. Чувак старался, старался. Пришел ёж, который пробегал мимо. И сломал все к хренам. А где это я? Охереть. Полезли, полезли. Норм пойдет. Я стреляю, как пьяный ослик. Но белки с 50 метров в глаз попадаю. Пошли, пошли. Блять, опять упал. Пошли, лезь, 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 чувак. Ха-ха, это штурм айсберга, ёпта. Ни хера не наставили. Ух. Как пролезть? Он сейчас сдохнет. Надо его отрезать. Вот. Слушай, по одному, прошел. По одному. А как? Скайп напишешь? Ну, если в стиме добавишь, только в стиме напишу. Так, нет. А как запрыгнуть? Переворачивай. Блять. Ну перелазь. Я не могу, иди ты перелази. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как они перелазят, не пойму. Ну-ка, ну-ка. Как перелезть, скажи мне. Вы тоже не можете. Прыгай. Нихера. Подсадите за. Я хз. Бесполезно. Он перелез. Поправо. О, поехали. Угу. Да я сейчас сдохну. О, все, пиздец, я сдох. Охрененно. 69 хп. Там турель опа. А где здесь лестница? Тут лестниц нет уже, все. А, ставим. Ой, там война.
с кем-то воюют. А, они заборы захерачили. Угу. Я без оружия. Блин, там... А, калаш. О, спасибо. Там патроны зайдите тебя на бронь. Угу. Так, есть. Сейчас одену. Они уже вовнутрь прошли, кстати. Или они... А, хераси. Что там стоит? Что они делают? Чувак. Два чувака раскопили уже их. Мои вещи. Так, 10 косарей камня, нихера. Забираю. Да. Что за байда? Все залезу. Разве нельзя пролезть? Да ладно. Да не толп... Не толпитесь, не толпитесь. Встань кто-нибудь, я не подсяду, блядь, драйбер, видишь, люк? Ну, вижу я, да. Встань сюда вот сбоку. Да чё... блин, встаньте как-нибудь уже, господи. Эти... Отойду. Запрыгну. Опа. Скажи им, чтобы потом меня ТП. Я дом норм нашел. Дерево. Пусто. Спальники, лут. Два косаря. Пусто. Хера тут нету, ничего. Тереть, блин. Ничего нету, а здесь что? Открыто. Полезли. Опа. Не понял, а чё я не могу пролезть? Что за бред? Чё там дальше? Вылазь. Там вылазь, пусто, вылазь. Нет там ничего. И залезть нельзя почему-то, не знаю почему, баг какой-то. Походу весь... Она на самом деле закрыта, наверное. А ещё ты сломал. Ага. Там пусто, там ничего нет. Так. Камень, чё выкинули камень-то? Чё-то не могу собрать, а вот. Хера, чё, вообще не собирает, не знаю зачем. ТП на меня. Подсадите, пацан. Салимон дом нашел. Салимон пишет, что дом нашел. Говорят, что есть там лут. Там пол ящика ракет, я просто вам лут сбрасываю. Да ловите. Ладно, где? Блять, как вот... Не может быть. Давайте я лут скидываю. Откуда давай, он взял? Давай. Ух, нихера. Камень, ракеты. Ракеты. Нихрена себе. Так, я сколько взял? Ничего я не взял. Ракеты сразу забрал драйвер. Сразу ракету, да, забрали, конечно, чуваки. Чуваки вообще, ребята. Скин новые у меня на калаше. Собирает лут. Эй, лысая башка. Забираю. Нихера. Калаши, короче, скидывают базуки. Ракеты. Чё за... Это чё такое? Ни хрена себе. Ты откуда столько ракет взял? Я полный уже. Так там, оттуда ракеты, слышь. У них там ящик ракет, сказали. Жесть. Кин целый ящик ракет. Пиздец. Блять, я не могу туда запрыгнуть. Чувак туда свалил, я не могу. Жесть. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 24. Охренеть. Ой, хабре выкидывать, блядь, фуловый. Камень, один камень валяется, вы гляньте. Охренеть просто. Бомба. Сейчас шмальну эту гранату.
Уйди, уйди, уйди оттуда. Взорвался. Все, собрали. Валим, валим. Хереть лута. Блин, я тоже, конечно, чуваки, туда хотел бы залезть, но, блин, никак уже все. Облом. Облом. Валим отсюда. Слушайте, охереть рейд, да? Чуваки построились на айсберге. НПЗ. Пустая. Вот так вот забирались по этим лестницам на айсберг вверх, и вот дом сам покажу сейчас. Вот он. А, Салимон, сейчас ТП на тебя напишу. Пошли ТП на Салимона, он пишет, говорит, дом нашел большой. А ник как у тебя, Салимон, напиши там. Геви как-то, да? А чё они все улетели вниз? Нахера вниз-то? Вон они стоят. А, типа, чтобы стройка не била, или как? Так вот, наверное, смогу написать, нет? ТП-то. Или не смогу все-таки. Спущусь на тебя. Хера тут следы остались, смотрите, как такое ощущение, что я босиком бегаю. Хотя я нахожусь в ботинках. Вот так вот. Чё на кого писать? ТПР. Поднимай. Геви. Ёжик, дай прыгать. Давай, прыгай. Назад побежали, чё за байда? Чё намутили? Бери. А, вот он. Ага, ага. Собирает лут. Все, домой сразу. Точно все. Все, это все. Че, все, конец? Че, все, да? Че он тут поднял? Там нет ничего. Там пусто, все. Все, все, конец. Это конец, улетел. Чуть ничего не сказали, все съебались куда-то. Я с ракетами, что мне делать, не знаю. Блин, я с ракетами, надо валить отсюда.